Ребят, здесь самое главное не зазеваться, чтобы тебя не клюнули куда-нибудь в шею, правда? Я пошел отсюда. Слушайте, нас сейчас клюнут здесь. Ух ты! Ничего себе! Ого! Вот то, что я говорил, да, удар ногой. Удар ногой. Друзья, у нас тут день сурка. Это программа о любви. О любви к жизни. Диктор делает. Привет, друзья! Привет вам, уважаемые зрители программы «Диктор делает». Гастроприключения продолжаются. Падает снежок, холодно. Но где-то, совсем рядом, бегают африканские птицы. Сегодня я хочу позвать вас в небольшое гастро-путешествие, у которого будет одна единственная задача – понять, действительно ли страусы во время опасности прячут голову в песок. Песка никакого я здесь не вижу, снег, да и земля, наверное, промерзла метра на полтора. Но, тем не менее, ответ на этот вопрос я хочу получить. А для этого отправимся вместе с вами на страусиную ферму. Вот здесь бегают всяческие цесарки, всяческая птица. Вот кролики, смотрите, видите? Вот такие вот ребята, которым не страшен мороз. Вот интересно, страусы, как эти африканские птицы, это же не кролики. Вот как они в этой обстановке вообще выживают? Страус у нас это вообще необычная птица, которая изучена во всем мире на 25%. Очень мало на территории России такого экзотического мяса или яйца. Страус имеет средний рост 2,60-2,80. Примерно... 2,60? Да, 2,60. Ребята, во мне 2 метра роста, вот, да? 2,60, понимаете? Средний вес это 140-160 килограмм. Птица бескелевая, нету грудки, из-за которой он может летать. Поэтому мясо все находится только на ногах. Ноги это примерно 25 килограмм филе первой категории, 8 килограмм продукта фарш и килограмма 3-4 тушенки. А вообще эта птица, она умная? Вот, ну, или как, или бестолковая? Вы знаете, я раньше задумывался, но сейчас я могу смело вам сказать, что курица по сравнению со страусом это профессор. То есть тупой? Очень, да. Тупой, ребята, страус тупой. Страус имеет, на самом деле, суточную память, живет только своими инстинктами. Много было случаев, птицы погибали во время там строительных работ, когда были вынуждены убрать кормушку с едой. И переставив ее в другое место, страус подходил, видел, что там еды нету, и уходил. Он просто... Я думаю, что очень многие зрители сейчас расстроились. У страуса одна единственная часть тела, которую он может за себя защитить, это нога. И прямое попадание ноги равняется 300 килограмм на квадратный сантиметр силы удара. Это очень страшно. Ребят, тупой-тупой, но вы поняли, да? У меня есть еще один вопрос. Честно говоря, вот я с ним сегодня сюда приехал. Вот говорят, что в случае опасности страус прячет голову в песок. Это легенда? Нет, нет, это полный миф, конечно. За счет того, что страус все время норовит что-то найти, то бишь чем-то полакомиться. И со стороны это выглядит, как будто у страуса голова спрятана, да, вниз. Сам череп, сама голова у страуса очень мягкая. И я могу сказать так, что если мужской рукой вашей, допустим, да, хорошенько сверху приложить, то это будет прям все каёк. Знаете, что еще непонятно и смешно? Наверное, просто на территории России эти африканские птицы не могут прятать голову в песок, потому что промерзло все. Две страусиного яйца, средние показатели равняются 1,5 килограмма. Из них скорлупа занимает примерно 200 грамм, 300 грамм желтка и 1 килограмм белка. В одном страусином яйце 90 куриных яиц. Страус на самом деле растет очень быстро. При правильном содержании страусенок набирает 1,2 сантиметра в день. В день? Да. В 3 месяца страус будет примерно вашего роста. Почти 2 метра. В 6 месяцев вы взрослую птицу от подростка уже не отличите визуально, кроме как по весу. Я слышал, что страусиное мясо очень популярный деликатес в ресторанах. Ну, клиенты есть, безусловно, и рестораны, и частный сектор. Есть свои тонкости. Цена не дешевая, вот по сравнению с говядиной. На повседневное это мясо не подойдет. Оно такое, знаете, очень плотно тяжелое, даже тяжелее говядины. Вот, и поэтому
поэтому как разгрузочный продукт, да. Страусиное мясо для шеф-повара – это совершенно уникальный продукт, который по своим полезным свойствам и по свойствам, в принципе, вообще по приготовлению не уступает благородным породам остального другого мяса. Мясо свободного выгула, работают мышцы, очень сильно кровяная составляющая, что позволяет это мясо обогатить гемоглобином, железом, в принципе, и что влияет, безусловно, на вот этот насыщенный вкус. Страус – это полуптица, назовем ее так, потому что, в отличие от той птицы, которую мы привыкли есть, это гигантский организм. Он немного жестковат, но вкус у него тоже специфический, но приятный. Его можно жарить, варить, тушить. С него отличный бульон получается, потому что очень много соединительной ткани. Само по себе мясо жестковато. Пойдемте внутрь, посмотрим, как это все устроено. Честно говоря, друзья, немножко напоминает все это, знаете, парк юрского периода. Вот эти животные, нет, это птицы, но они ближе к животным по внешнему виду, похожи на динозавров. Как у вас, вот нет таких ассоциаций? Ну, есть ассоциации, конечно. Птицы необычные по сравнению со всеми остальными. У страуса клюв очень мягкий, неразвитый. И даже брать по вылупу страусят маленьких из яйца, то это единственная птица, которая не может проклюнуть клювом скорлупу. А вообще они агрессивные, нет? Самки, они больше на 95% флегматики. Это птицы серого цвета. А самцы черного цвета – это агрессоры. Ух ты! Ничего себе! Ну, не такой уж он и тупой. Ого! Вот то, что я говорил, да, удар ногой. Удар ногой, да, это прямое попадание, поэтому у нас везде здесь... Ребят, тут нога, посмотрите, какая нога здесь. Ну, у птиц еще есть болевая точка. Ух ты! Да, это вот с помощью которого, как бы, да, птица мне не сможет причинить ничего. Ничего себе! Мы так... Да, все. Птица поняла, да, что со мной не надо тут воевать, как бы. Но, тем не менее, характер проявляет. Вот это да. Вот так с ней надо справляться, да? Ребята, отчаянные птицы, слушайте, эти африканцы, а? Все-все-все. Мы ушли. А мозг, кстати, у страуса по габаритам относительно глаза составляет всего 3/4. 3/4 глаза? Да. Опять они тупые, ребята. Ну, блин, жалко, правда. В прямом поле видимость до 2 километра. Ничего себе. Да. Страус развивает скорость до 70 километров в час. У нас очень много было случаев, когда по разным причинам страусы убегали здесь на территории. Самое долгое мы ловили страуса в течение 3 дня. 2 человека мы вдвоем, получается, смогли отловить его только в ночной период, когда полностью потушили все прожекторы. Поймать это одно, а его еще нужно было довести, потому что птица, упираясь своими когтями, делает шаг и каждый раз упирается. И понимаете, вот эта нагрузка, которую выдерживает птица, мы вдвоем, протащив ее там порядка 500 метров, отходили. Ничего удивительного, она весит 160 килограммов, вы представляете, ребята? Это очень-очень тяжело. Это и есть их гастроприключение. Позовите меня в следующий раз, когда у вас убежит кто-нибудь, я просто приеду с камерой снимать. Это нутрия. Это нутрия, друзья. Вот как она выглядит. И им не страшен холод, да? Нет, это животное, которое круглый год живет на улице. Прямое название – канадский бобер. Вот здесь они обитают, в этих вольерах, прямо на улице. Мясо по разряду аллергиков подходит без исключения абсолютно всем. Очень легкое, не имеет ни привкусов, ни запахов, не требует никаких вымачиваний, замачиваний. Мясо нутрии заслуживает внимания, очень диетическое, подходит для всех видов питания. Это экзотика. Расширяйте горизонты. Позвольте попробовать себе чего-то больше стандартного набора. Нутрия, оно нежное, оно должно быть правильно приготовлено. Оно обладает своим неповторимым ароматом и вкусом. И это очень важно, потому что оно не похоже на другое мясо. Если ты его попробуешь, то ты сразу поймешь, что это что-то не то, что ты ел до этого. Это гипоаллергенное мясо. Оно очень легкое, диетическое, в нем мало жира. И тот, который есть, он очень легко усваивается. Друзья, у нас тут день сурка. Точнее, бобра канадского. Вот какой красавчик. Ух ты, какой приятный. Видно, а он маленький. Ой, какие. Ну, вот этим буквально, наверное, неделю от роду. Слушайте, друзья, ну вот сюда стоит приехать с детьми, понимаете, да? Какой прекрасный. Настоящее яйцо страуса по весу это где-то 400-500 кило. Скорлупа занимает примерно 200 грамм, 300 грамм желтка и где-то килограмм
Белка. Вы понимаете, вот, да? Ну, да. Самое большое в мире яйцо, правда? Да, это похоже настоящее, да? Да, настоящая нога страуса. Это та часть, которой страус себя защищает. Смотрите, это тот коготь. Вот рука, да? Да. На фоне. Вот тот самый коготь. Ой, такой запах от нее. Она живая была когда-то. Это перья страуса, которые тоже применяются для декорирования. Друзья, мы в святая святых. Хозяин этого страусиного ранчо пригласил меня попробовать кое-что уже самому. Ну, а сейчас пришло время непосредственно попробовать и мясо страуса, и мясо нутрий. Беру кусок мяса, слегка прям отбиваю его. Ага. Добавляю только соль. В основном применяю гималайскую соль, потому что очень себя хорошо она зарекомендовала. Никаких больше приправ, специй я в это мясо не добавляю, потому что мясо имеет свой особенный вкус. А вот интересно, что текстура мяса и вообще цвет, он такой говядина, как, да? Как говядина, да. Масло не нужно? Нет. Ну вот, мяско наше уже готово. Ого. И никакого масла тебе. Слушай, ну это просто говядина, кусок хороший. Итак, друзья, мечты сбываются. Смотрите, как выглядит страус уже в исполненном виде. Скажу вам, что аромат сумасшедший. Дополню лишь только, что Алексей любезно предоставил какой-то соус специальный. Из чего этот соус? Соус скандинавский. Дело на базе брусники. Очень гармонирует с мясом. Смотрите, ребята, смотрите, какой, какой класс. Нежнейшее мясо. Великолепно. Сейчас мы сделали медиум прожарочку. Да. Где мясо не усохло, не пересохло, не, там, не поджарилось, не пережарилось. Текстура говядины, телятины, вот, но имеет свой привкус. Да, но такой, знаете, кровяные такие, как бы печеночные вот эти нотки, они очень, они прекрасные, особенно с этим соусом. Вот это и есть страус. А пока мы с тобой пробовали мясо страуса, нутри у нас тоже уже приготовилось. Ух ты! Два Алексея пробуют нутрию. Загадывайте желание. Смотрите, как это волшебно выглядит. Это бургерная котлетка. Казалось бы, обыкновенная на первый взгляд. Но это только на первый взгляд. Это нутрия. Та самая. Слушай, а выглядит это как обычная котлета из говядины, не знаю. Друзья, хочу попробовать пока без соуса. У нас Алексей подготовил соус. А соус чем? Ну, аджика. Аджика. Ну, аджика. Аджику мы знаем, а вот... Нутрию я еще не пробовал. Интересно. Это хорошая такая добротная котлета. Есть такая легкая отдушка, такая, знаете, природная какая-то. Я не знаю, как ее описать. Вот что-то такое есть. Ну, на что похоже? Ну, знаешь, какая-то вот как будто ешь дичь. Простейший рецепт. Вы видели, что это все делается без масла. В общем, вкуснота невероятная. Обратите внимание. Итак, друзья, сегодня вы вместе с нами убедились, что есть два варианта мяса, которые вы, может быть, еще не открыли для себя. Это страусиные стейки и мясо нутрий. И то, и другое диетический продукт. Это дико вкусно. Спасибо огромное хозяину. Спасибо, что смотрели. Увидимся с вами скоро. Вот такие у нас случились гастроприключения. Пока, ребята. Кайф.